Дисклеймер. Приветрите, сегодня мы с тобой продолжим проходить Mass Effect. Так, мы на какой-то базе, да-да-да-да-да, я помню. И здесь, скорее всего, мы этого ниндзю и встретим. Я думал, она мне спину прикрывает, а она просто так встала. Так, пошли, нам, видимо, кого-то искать надо. Ну, наверное, ты. Сервер решил временно отступить. А нужно, чтобы разведчики не проморгали следующую атаку. Ты отлично поработала, Найрин. Но дальше буду действовать я. О, как ты развернулась резко. Ты знаешь, что бывает с теми, кто спорит со мной. А что, если откажусь, убьешь меня и станешь командовать? Мои подчиненные этого не подтерпят. Да, они верны тебе прямо от зубной боли. Но как бы там ни было, свое я получу. Не в этот раз. Ты бы с ней, ну, поосторожней с ней надо быть, она тебе... Так же, как и себя, вертеть будет. Правда в том, что никто из вас не справится в одиночку. Мы должны действовать сообща. Возможно, это и так. Но для меня важнее всего жители Омеги. Командуешь одной бандой и уже думаешь, что можешь решать, что для Омеги лучше? Нарин, смотри, учись. Ас. Вся станция на связи. Жители Омеги, и я вернулась. В Цербере считают, что одолели вас. Они думают, что могут теперь вами управлять. Почему все так резко поворачиваются? Они совершили смертельную ошибку. Вы не подчиняетесь законам галактики. Вас нельзя одолеть, вами невозможно управлять. Вы готовы? Скоро у вас будет шанс нанести захватчикам ответные удары. Вместе мы освободим Омегу. Что за предупреждение? Прорвались, да? Какой у тебя план? Бросить гражданских на Цербера? Все лучше, чем сидеть заперти, как животное, которое скоро поведут на бойню. Я знаю, что ты задумала, Ария, и мне это не нравится. Я должна эвакуировать гражданским. Этим займусь позже. Ладно, нужно их подготовить быстро. Что ты пытаешься сделать? Пытаюсь. Жители Омеги, мои подданные, любят хорошие уличные бои. Когда станет жарко, они присоединятся. А чувство справедливости не даст Найрин спокойно смотреть на беззащитных гражданских. Это делает ее предсказуемой и позволит ей легко манипулировать. Цербер вошел в очередную этапу. Кажется, твоя маленькая речь не только не понравилась Ари. Рада, что удалось что-то сделать, впечатлить. Так, капитан посадочной площадки. Ясно. Да-да, ясно. О, спасибо, хоть стрелочкой показывают, куда идти. Всегда бы так. Я вас понял. Так, а куда стрелочка исчезла? Я ж туда пошел. Зачем столько дверей? Ух ты ж ее. Вот зачем. Так, добил первого. Вижу с броней, но... Я ж прокачивал пистолет, правильно? Мы теперь можем щиты сбивать очень хорошо. На мощность. Так, а, это враг. Блин. Одинаковые, блин, все бегают. Фиг поймешь, где кто чей. Так, вижу тебя. Один у них чувак просто гений, слушай. Он через этот барьер просто перепрыгнул в бок. Красавчик. Вылазьте, ага. Вот так, аккуратно, по головам. Убирай щит. Убирай. Вижу тебя. Тоже добил. Так, собираем патроны, потому что они нам понадобятся. Ух ты, шо!
не надо так делать. Куда ты? С дробовиком ко мне в упор бежишь. Блин, вот это я, конечно, себя окружил. А какого хрена вы так долго искритесь? Я пытаюсь опорту, а нам нужна помощь. Уже идем, подожди. Тут могут быть где-то сундуки с оружием. Потому что некоторые оружие мы не можем купить. Мы их тут только можем добыть в бою. Это может тот шанс. Так, нет, это патрон. Патрон. Вон там наверху что-то есть. Ну туда фиг знает, как забраться. А вот здесь я вижу кружочек. Не, подожди, понятно. Я тебя понял, давай вот с этой стороны посмотрим. Ну здесь понятно, нигде ничего нет. Тогда возвращаемся быстренько. И там сейчас добьем кто. Я так понимаю, с главной двери буду, да, идти? Сейчас справа. Да. Ох, поаккуратнее немножко. Так, это наши. Хорошо. Давай следующее. Что, сама ты? А, штурмовик. Я просто боковым зрением увидел надписи, что-то прифигел. Какие-то у нас очень опасные злодеи появились. Не убьют, но унизят точно. Опа, гигант. Так, я тебя понял. Я помню, как с ним бороться. Снайперка нам нужна. Есть. Раз. Так, где он? Ага. Два. Фух, я чуть ли не встал. Вроде попал. Так, я вижу, он где-то вот здесь вот должен по центру быть. Попал. Слышишь, а у тебя сколько здоровья там? Мы что, вообще ему ничего не сносим? Это второй робот? Да нет, это все тот же. Он восстанавливает где-то здоровье или что? Так, что-то снайперка уже слабовато стала. Давай-ка. Ой-ой-ой, броню он, конечно, много снял. С дробовика попробуем. Нападла. Так, он что-то замер. Опять дым кинул. Так, все, добили. Я видел, там стекло разлетелось, но, по-моему, он не умер. Ага. Так, теперь точно добили. О, так, Цербер отступает. Фух, хорошо, ну снайперка что-то сейчас вообще себя крайне плохо показала. Прям очень слабенько. Они огнем идут за мной. Когда не должен проследить, чтобы не было проявления излишней жестокости. Вот, видишь, Шепард? Я угадать, она сказала, что я предсказуемо, и что мной легко манипулировать. Почти дословно. Она считает, что Ли управляет тобой. Как всегда. Ни одно условие, своими подчиненными командую я, это не обсуждается. Я только... Угу. О, они будут готовы. Только последи, чтобы они были готовы, видимо, она сказала. А, все, миссия завершена. Ну да, довольно-таки короткая. Могли бы в прошлый раз дойти, если бы знали. Мы почти на месте, Шепард. А когти поработают пушечным мясом, нужно отключить силовые поля, чтобы добраться до загробной жизни. При этом жители Омеги получат свободу. Церберу придется тушить миллионы новых пожаров, и на нас будут работать как когти, так и народ Омеги. Ну, она понятно, что манипулирует ими, но в любом случае в войне нужны люди. Как ни крути. Правильно использовала Найрин, ты добыла нам армию. А свои слабости? Свои слабости она постоянно демонстрирует, было бы сложно их не использовать. Будем надеяться, что она справится с задачей. А нам с тобой придется их контролировать. Я буду у пульта управления, спланирую наш следующий отход. Обратите внимание, прошу. Так, опять стрелка. Говори, Аз. Я нашел источник, от которого запитаны силовые поля. Да, вижу, Шепард, и ты взгляни. Генерал забирает энергию с одного из моих главных реакторов, глубоко в шахтах Омеги. К сожалению, путь туда перекрыт теми же полями. Не совсем, можно пройти по темному сектору, потом наверху. Это завод, перерабатывающий руду и одних из шахт. Он обесточен, полей там нет.
Проник туда, минуем шахту, потом на подъемники попадем куда-то. Отлично, Шепард, идем. Не забудьте меня. Ориан, мои дозорные... А, хорошо, меня никто не ловил. Ты же теперь союзник, нежели Ария сказала. Мы ждали Найрин, Брей. Возвращайся на пост. Как я готова, но если я должна послать своих бойцов на прорыв, я должна точно знать, что силовых полей нет. Нравятся тебе или нет? Словно ты мне не доверяешь. Именно так, я тебе не доверяю. Пока ты выполняешь мои приказы, твоя ненависть незначительна. Я вижу благонарядных манер. Подожди, медблок, мы скоро увидимся. А, Шепард, мне нужно несколько минут, чтобы отдать последние приказы. Жди меня там. Фига себе, это что вообще такое? Сейчас еще и сверху, и снизу, справа, слева, сейчас задом наперед еще текст будет. Давай, давай. Потренировался, да, вспомнил, что такое буквы. И вот, давай теперь угадывай. Потом вообще кроссворд будет. Есть минутка? Нет. Ладно, значит, есть. Чё? Я знаю, что времени мало, но мне хотелось бы поговорить наедине. Ария скоро придет, возможно, это последняя возможность. Я не собираюсь осуждать Арию, знаю, ей приходится быть жестокой. А пускай она отомстит, я делаю вид не ради себя, не ради Арии, не ради былых отношений. Это все ради жителей Омеги. Это все ради жителей Омеги, понимаешь? Кто-то должен за них заступиться. А в бой вступают очень серьезные противники, а местные окажутся между ними. А я надеюсь, что когда мы отключим силовые поля и отправимся в бой, ты не забудешь о народе Омеги. Я поняла, Найрин. В общем-то, это все, о чем я прошу. Я буду готова. Так, теперь можно идти в дверь. Только она меня теперь покрутила влево-вправо. Где дверь? Вот это, скорее всего, да? Покинуть область. Ну да, нам же сказали там ждать ее. По крайней мере, синяя стрелочка вначале так показывала. Допустим, все у нас стоит. Так. Тут все равно не осталось чего-то приличного. На 30% увеличивает запас боеприпасов. Да. Повышает здоровье и усиливает повреждение брони. Надеюсь, периодически нет. А, не хватает очков. А я сижу, блин, тыкаюсь. А, не, подожди, какая отмена. Вот это вот. Прокачать. Далее назад. Далее ария. Ну что тут? Ну, пускай это... Повышает урон от умений, дополнительно усиливает чит, увеличивает запас здоровья. Отлично. Повышает урон оружия на 20%, повышает урон от умений. Умениями я практически не пользуюсь, понятно, опять не хватает. И Найрин. У тебя вообще ничего. Подарите врагу пару ожогов и подвалите ему броню. Серьезный урон брони и здоровью. Слушай, это отлично. Так. Так. Здесь что, увеличить урон на 30%, увеличить радиус, нет, урон. Увеличить наносимый урон еще на 40% в течение 8 секунд, повышает скорость перезарядки, нет. Воспламенение наносит на 100% больше урона замороженным целям. А какова вероятность вообще, что мы их заморозим? Так, увеличить на 50% урон, наносимый воспламенением броня. Отлично, броню быстрее сжигать будет. Далее, перезагрузка. Перезагрузите электронику мощным импульсом и парализуйте врага. Работает против щитов, так создает щит, укрывающий от любого урона, но не дающий двигаться, стрелять и использовать умения. А нахер он тогда нужен? Бросьте эту гранату, увеличьте урон, наносимый умениями и укрепляющие защитные. Ну, давай так. Да? Ну да, сойдет. Так, удар поражает на одну больше цели в радиусе 8 метров, но наносит на 60 метров... Ой, какое говно. Повышает урон, конечно. Временно обездвиживает более слабого органического врага. Повышает скорость перезарядки. Нет. Повышает урон на 15%. Удар поражает на одну единицу более... Понятно. На 100%, конечно. То ли ты меньше урона делаешь, то ли на 100% больше по счетам. Щит мы точно брать не будем, это вообще какое-то кидалово. Ну и предположим, что она гранаты сама кидает.
увеличит урон на 30% радиус. Лучший урон. Я считаю, лучше одного, но врага уничтожит, чем 10, но поцарапает. У нее лицо как будто пластилиновое. Так, мы близко к одному из заводов по переработке нулевого элемента. Он обесточен, так что дверь должна быть открыта. Я справлюсь. Вот шахту должен быть дальним углом. А реактор за ней. Согласно чертежам, да, я же управляла Омегой на Эрин. Я не работала в шахтах. Нет, для этого у тебя были рабы по контракту. О, духи. Спокойно, они все из Сербера. Их разорвали на части. Это не нравится. Какой-то босс-монстр? Ой, давно я в такое не играл. Очень давно. Да блин. Прикольно, прикольно. Я надеюсь, что реально какой-то босс-монстр будет. Ну, прикольная атмосфера, мне уже нравится. Так, открывается. Так, я тебя понял, понятно, понятно, понятно. Здесь никакие двери автоматически не будут открываться. Значит, мы идем просто туда, где открыто. Да, то, что она бегает, зря она, конечно, фонарик в бок поворачивает. Там патроны лежат, но они сейчас нам не нужны. Еще тела. Настоящая боль, наверное. У меня дурное предчувствие, нам нужно было... Что это за... Так, ну нам явно намекают, что надо идти туда, значит, пойдем в другую сторону. А, ну опять дверь закрыта. Понял, понял. Вот если есть, делают разветвление путей, вот хотя бы пускай делают вот так вот. Да, тупик, тупик, и мы знаем, что надо, значит, идти сюда. Хорошо. А не то, что в некоторых играх, блин, делают 10 путей, один из них сюжетный. А нам надо во все. Ты в итоге пошел сюжетный, все, дверь закрылась, и дальше ты не можешь идти. И в чем смысл был? Так, здесь ничего. Получается, ты не можешь пройти нормальную игру с первого раза. Во! А, блин. Я думал, это какая-то пушка. А это ручка какая-то. Блин, это космическая открывашка какая-то, знаешь, для банок с пивом. Ладно, пошли дальше. Ничего, ничего, ничего. Так, я тебя понял. Ты от кого-то собралась прятаться, от кого? Лифт? Нет, не лифт. Значит, нам в ту сторону. Тогда и пойти. Так, патроны нам пока не нужны. Мы еще ничего не потратили. Эта дверь, естественно, тоже закрыта будет, да? Сейчас чужой выпрыгнет просто. О! Опять костыли эти. Ну, а в чем смысл? А, монетки забрала. Все, понял. А куда идти? Я помню, что здесь как... Подъемник Шанта находится за этой дверью. А, вот, В, отлично. Все, то я забыл, какая клавиша там. Ага, а то я забыл, какая там клавиша показывает, куда идти надо. Так, я... Подожди, восстановить подачу энергии. Я понял, все, идем по этим проводам. Да блин, они вон, они, по-моему, еще там светятся. Это нам... Блин. Весь путь заново надо проделать, только в другой конец. Что за приколы? А куда ты залезла? Опа. Вверх по этой лестнице. Спасибо, спасибо. А то я уже... А как я ее пропустил? Так, нифига себе. Я смотрю, да, провода. Вот лестницу как-то не заметил. Нужно найти рубильник. Да-да-да, вдоль этих... Я и думал идти вдоль этих проводов. Только я думал по низу. Ух ты ж ее. Она спрыгнула. Так, прекрати это делать. Ты залезь наверх не можешь, я понял. А как-то... Ага. Ой, она так провалиться может? Надо тут не может пройти, и чё, и как мне? Так, дамы, подсказывайте. Понял, спасибо. Здорово, здорово. Они немножко помогают игроку, это уже отлично. Давай, так, запрыгиваем. Шепот стихает. Может, что-то там кому-то не нравится. Не обманывай себя. Стоп. Ага, тут, наверное, спускаться. Вниз по этой лестнице. Да, я догадался уже, спасибо. Что-то пока очень сильно намекают на хоррор. Так, вот рубильник, да? Сейчас такой херак Doom начинается только от третьего лица.
Когда закончим, придется проделать тут капитальный ремонт. Надеюсь, сначала ты займешься жилищем граждан. Ты никогда не успокоишься. В этом мы с тобой похожи. Да, босс. О, духи. Бей его. Найри, начнись. Босс, наконец-то. Монстр. Вот такие моменты я обожаю просто, когда против всяких монстров надо играть. А, он такой слабенький. Да ну, вы серьезно? Ненавижу этих тварей. Они делают солдата сильнее, но это было больше похоже на страх. Хорошо, возвращаемся к двери. Так, я помню, это по обратному пути. Не допрыгиваем. Куда? Ага, ох, ё. Так, ну это... А, двери, что теперь должны открываться, правильно? А эти, походу, монстры, это случайно не те же самые зомби? Не? Просто чуть как-то видоизмененные. Слушай, и музыка эпичная началась. Ты что сделала? Как ты это сделала? Ух ты ж её. А, вот. Попал все-таки, зараза. Ой, ё-моё, и до сих пор попадает. Он черной дырой стреляет. А не слишком ли жестко? Чувак, походу, тоже не разобрался в управлении, как я. Посередине битвы он просто вот так вот делал, видел? Причем в стенку. Это управление настолько сложное, что даже боты с ним не справляются. Шепард, скорее, тут еще адъютанты. А подожди, я пытаюсь включить. Нельзя дать... Подожди, а в чем прикол? Я пытаюсь использовать. А, подъем не близко, я его уже использовал. Все. Ой, сорян, это наши. Так, вон, вижу монстра. Ох, ничего себе, вас что-то многовато, слушайте, ребят. Так, ну раз они близко подходят, где мой дробовик? Блять, с него, конечно, попади, я забыл. Прекрати это делать. Стоп, я помню... Нет, это аптечка, адреналин. Он все равно попадает по мне. На, падла. Так, это у нас что? Это я, конечно, зря сейчас взял. Тем более, мы это уже читали. Ох ты, конечно, поаккуратней там с ним. Нет, с дробовика это нереально. Куда ты? Куда? Вылези. Так, добил, хорошо. А мы чего ждем? Лифт какой-то вроде, да? Кажется, это все. Еще раз пытаемся удачи с подъемником. Бля. Он просто не работал. Давай. Идем, Шакси. Да идем, конечно. Что тебя тревожит, Найрин? А, просто думаю, ясно, что генерал... Опа, я ходить не могу. Так, понятно, это подъемник. Я понял, как они его сделали, поэтому мы не можем ходить тут. О, да там еще и нельзя вверх смотреть, чтобы не видеть, как текстуры прогружаются. Ладно. Я понял, тут, скорее всего, мы поднимаемся вверх вместе с подъемником. Не подъемник нас поднимает, а мы. Ну, давай. Должно быть, Цербер их подгоняет. Все, ходить можем. Да, вверху все прохватит. Да, я даже понял, как они это сделали. Так, проход к реактору. Нужно понять, куда надо подняться, добраться до верхнего уровня. Хорошо. Это яйцо? Не, это просто заблевали чем-то. Так, ну пока я их не вижу. От кого ты прячешься? Рано еще. О, улучшение снаряжения. А, мы тут ничего сделать не можем. Ух ты. Да, и ты, конечно, решила серьезно спрятаться вот сюда вот. Кстати, не позорься. Так, хоть куда-нибудь. О-оу. Вот это ты, конечно, молодец. Да сядь ты хоть куда-нибудь, наконец-то.
А, вы уже всех добили. Ну, спасибо, девочки, а. Пытался найти хоть куда здесь можно. Хорошо, добили. Ой, музыка прикольная. Кстати, я ваншот почти сделал. Да блин, вот крыса просто, он бесит, когда по врагу лупишь, а она моих добивает. Опять? Это кто там такой наглый? Ты мне не нравишься, слушай. Тебя точно убьют посреди игры. Опа. Поздно заметил. Ага. Есть. Что за звук? Ну, гранаты нет. Значит, это звук все-таки бутылки был. Кто тут синячит? Так. Так, где опять? Ага. Так, хорошо. Через дым мы не пойдем, потому что там не видно. А, это камни просто едут. Это, я так понимаю, руду добывают. А, это и добывают нулевой элемент. Угу. Так. Можем воспользоваться тем подъемником. Каким тем? Ты мне пальцем ткни. Вижу, спасибо. Угу. Максимум патронов. Ну, побежали тогда. Понял, зря. А, вы мост еще сломали. Нужно найти другую дорогу. Да че, прыгай. Тут в целом невысоко. Другую дорогу. Ой-ой-ой. Как ты так бегаешь, слышишь, боком? Бесишь. Да я тебя вижу, вылазь. Он еще и со снайперкой. Ему нельзя давать спуску, а то он успеет нанести много урона. Там снизу кто-то по нему палит. Ага, отлично, добил, молодец. Пошли, пошли. Нет, 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 я не хотел направляющую делать. Я забыл, что здесь взаимодействие в пробелании. Вот эти, конечно, ботинки летающие, это как говно. Он пока спускался, я его уже добил. Ой-ой-ой. Что ж такое-то? Куда ты там пошел? Блин, граната еще. Стоп. Есть. Все, его, походу, больше тут никого нет, хорошо. Вот здесь мы можем пройти. Ты колдуешь там, что ли? Угу. Так, это опять улучшение. Здесь тоже слазим. Там они двое за мной идут, нет? Да повернись ты. Фиг его знает. Так, вот первая. И вот вторая, да, отлично. А то я там приказ оставил, куда идти. Может, они там до сих пор сидят. Так, есть. Еще один там был. Так, этот до сих пор жив почему-то. Вставай, 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 есть. Ну, пока больше никого нет. Так, через вот этих вот не идем, они током бьются. Думаю, скоро попадем на место, хорошо. Вот этот долгий эффект открывания двери тоже непонятно зачем. Не, в целом, если бы на нас в этот момент охотились, я бы еще понял. Типа, надо как-то аккуратно по чуть-чуть открывать дверь, а так просто стоишь и все. Есть? Есть кто? Нет. Если нет, сейчас будут. Да, я слышу уже. Я слышишь? Да сядь ты, сядь, 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 сядь. Ага. Добил? Да, вы заколебали. Быстро, быстро сядь. Ай-яй-яй. Сядь, 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 сядь. Да сядь ты. Сейчас, сейчас, подожди. Добил? Там, по-моему, сверху еще где-то добивает. И где-то слева, я вижу, бегает. Так я встать там не могу, ладно. Вставай. Так, есть, есть. А, у него чуть-чуть брони осталось. Блин, на этого тоже надо добить, у него совсем чуть-чуть осталось. Здорово, там кто-то уже помер. Ну что ты там наделся? Ага, сейчас, подожди. Так, есть с этой стороны никого быстренько. Отходим, отходим, отходим.
Так, вижу, лезет. Граната промазал. Ох, вы еще сзади. Так, добиваем этого. Тут еще и двое. Все, есть кто еще? Так, наши. Так, сядем. Красиво, молодец. Подкат ты, конечно, умеешь делать, только я хотел спрятаться. Так, пока никого нет. Подожди, это не тот... А, это тот мост, который взорвали, но мы теперь с другой стороны. Хорошо, а тогда куда нам? Вижу. Добрались, включай, я вижу. Они знают, куда мы направляемся. Соберись и найди путь к реактору. А что его искать? Жмешь в английскую, и все, нам показывается направление, куда надо бежать. Нет. Опа. Да блин, у него еще костюм из этого, из Крайзиса. О, куда он делся? О! А что это, дробовик, лезвие, инструктор, что? Какое-то улучшение, короче, взяли. Прекрати. Опа, экипировать, подожди, изменить оружие или экипировать, проверить? Как там проверять? Блять. Экипировать это все-таки надеть. Черномор это у нас сейчас? Как проверить вообще? Блин. Походу мы сейчас взяли. А я как бы не проверил, какое оно. Нормальное, нет, лучше, хуже. Ай, так, возвращаемся. Надо где-то найти, где можно оружие себе менять. Есть здесь магазин? Или что там? Тоже не то. Так, опять кредит. Ага, вот здесь вот слезть можно. Так, ведущий к реактору подъемник совсем близко. Хорошо. Только мне бы с оружием что-то решить. Аккуратнее. Вот тут иди. Осторожнее, тут все разваливается. Так надо в хорошем состоянии поддерживать шахты. Ты вообще хреновый правитель. Так, давай так. Шахты просто говно. Оборона тоже говно. Жители, я так понял, тоже в нищете живут. Что, как так можно вообще? Да, блин. Это бур большой. Ладно, пошли. Так. Здесь. Есть что? Нет, здесь ничего. Наверное, просто внутрь. Поехали. Так, вверх не смотрим, пускай сначала все прогрузится. Да, и ходить мы в этом лифте тоже не можем. Это значит механика, все верно. Так, мы почти на месте, отключим силовые поля, и война наконец кончится. Начнется. Для кого-то началась несколько месяцев назад. Милая, то была не война, а веселая разминка. Этот лифт, я так понимаю, это вместо загрузки сделали, чтобы не просто линия была крутящаяся, а в виде лифта, хорошо? Такое тоже в некоторых играх применяют, это мы уже, по-моему, где-то видели, не помню. Так, вон реактор наверху. А, вон реактор, хорошо. Но он не наверху. Опа. Ай, я вам почти восхищен. Кажется, нас ждали. Не заманивали сюда. Я знал, что до реактора будет нелегко добраться, и я не оставлял вам выбора, кроме как пойти этой дорогой. А почему бы не сделать это лично, Петровский? Руки не хочется пачкать? Мне это ничуть не доставляет удовольствия, капитан. А вы пытаетесь развязать войну ради выгоды Арии. Но все закончилось. Все закончилось, когда твой труп опознать будет. Что? Мне нравится, как вы храбритесь, но пора уже признать поражение. Вы нейтрализованы, я могу оставить вас гнить там, либо вы можете сдаться. Никогда. Ария, что ты задумала? Я сдаваться не собираюсь. Ария, нет! Что она делает, черт побери? Рвет силовое поле. Проклятие, Ария, ты вынуждаешь меня. Пусть будет по-твоему. Во-первых, а что, так можно было? Во-вторых, просто... Что? Да, Ария, роботы. Почему силовое... Блядь, я из-за этих...
Всех лампочек нихера не вижу. Так, вон там, по-моему, идет один. Ой, это я ж новый пистолет взял. Такое говно. Они взрываются. Понял. Все, понял, в чем их смысл. Ох ты, тварь. Подожди, подожди, подожди. Мне надо отбежать. А, нет, мне шарию надо защищать. Это гвозди, которые застреют и взрываются потом. Смысл оружия понятен, хотя... Оружие, конечно, такое себе. Мне предыдущее больше нравилось. Так, это наши, наши, да? Да, наши. А куда ты... А, ты еще жив? Блин, еще непонятно, сколько она урона наносит этими взрывами. Оп, стоп. Она что ли такими же гвоздями лупит? Походу сам выстрел наносит урон. Плюс еще сам взрыв. А поскольку хрен его знает. Так, добили, отлично. Так, добиваем, добиваем. В целом оружие хорошее, но их еще по чуть-чуть откидывает, но все равно я к тому уже больше привык. Блин, понятия бы, сколько оно наносит урона. Хер вы знаете вообще. Откуда? Ага. Так, адреналин. А то мешает немного. А, ты уже все... Не, подожди, подожди, подожди. Стоп, я там, по-моему, оружие видел. Нет. О, подожди, мы ее упустили, что ли? А. А, вот зачем силовое поле. Но двигаться при этом не может. Шепард, я долго не продержусь. Иди. А в чем смысл силового поля, если его и руками могут порвать, и насквозь пройти? О, духи Ари, откуда ты знал, что у тебя получится? Я не знала. Так, вообще-то, я там... Стоп! Я там вообще-то видел какую-то типа пушку. Вот тут вот кружочек был, а я ее так и не забрал. Вы что творите вообще? Капец, что вы за люди вот такие? Ну и хер с вами. На этом все, тогда. Ссылки в описании, пишите в комментариях, поставь лайк, чтобы не продвинуться. Даже подписывайся на канал, чтобы посетить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся. А, ну да, сохранение недоступно. Вот я прям думал, надо проверить, доступно сохранение или нет. Надо было. Надо было. Опа, опа, опа. Да хер вообще поймешь, какой у них урон. То ли я их убью, то ли нет. Ладно. Че? Там кто-то идет? Еще и голос непонятно, с динамиков это или роботы говорят. Так, вот это роботы я слышал. На тебя в ногу. На, еще в спину. Перезаряжайся. В целом, неплохая пушка. Я посмотрю по урону, что больше, вон та или это. Но это и выстрел. Явно скорость выстрела меньше. Не отвлекай. Как я понял, мне надо как-то вверху их Че по снайперке? Она далеко? А, вы уже спустили. Спасибо, а то снайперку искать это долго было. Подожди, а этот откуда вылез тут? По-моему, взрыв вообще нихера не наносит. Только выстрел. Ай, стоп, чуть не наступил в него. Так, там все нормально. Ага, нет. Да, по-моему, урон вообще... Фу, взрыв наносит примерно 0,5 урона. Где-то 0,5% урона. Он чисто нужен, чтобы, когда взрывался, те, кто рядом стоял из врагов, чуть-чуть дернулись. И это наподобие мелкого парализатора будет. Отвлекает их на полсекунды где-то. Угу. А клавиатура... Вы не можете сделать это, капитан. На кону куда больше. А реактор снабжает энергией системы жизнеобеспечения десятки районов столицы. Вы отключите и погибнут тысячи живых существ. Ты слышишь, Ария? Слышу, это... И мне все равно, вырубай. Шепард, нет, попробую перераспределить энергию. Нет, Черт, держитесь там.
Конечно, лучше перераспределить энергию, чтобы ее хватило другим. Ты спятила? Мы тут на последнем издыхании, на Эрин, сбоку. А вот на кого вы работаете, Шепард, ей все равно кто пострадает. Чего ты ждешь? Перезагружай реактор. Перегружай. Она просто пожертвовала тысячи жизней. Шепард, Найрин ранена, я ее прикрою. Ты не успеешь перераспределить энергию. Перегружай реактор сейчас. Это же не так тяжело. Наверное, что-то внутри вас останавливает. Может, вы начнете думать, что без Арии галактика станет только лучше? Она не учится новому, не меняется, даже если вы победите, Омега проиграет. Хватит. А ты не можешь его вырубить, как бы, не? Вот это, то, что у него внутри, вот этот шарик, просто взять нахер разбить. Опа-на. Все, попали. Ага, все, жопа вам. Все. А? Вот и говна на палочке поймали. Ага, все, все, все. И ничего не сделают. Ну что же. А всем подразделяем. Занять боевые позиции. Выводите подрывников на позиции. Самый умный, думаешь? Да вот хер тебе. О, и они выжили вдвоем. Просто гений тактики. Что? А? Ты цела? Несмотря на твои попытки меня угробить. Твоя мягкая тело едва не лишила меня всего. Ария, все нормально. Шепард спасла нас, не жертвуя жизнями невинных. Я ей восхищаюсь. Может и так. Пускай. Ты отважно сражалась с роботами, Нейрин. Впечатляет. Но? Почему бы тебе не проявить такую же отвагу? Невероятно, напрягаешься при одном упоминании этих тварей. Она же спасла тебя. Я пытался ей помочь, Шепард. Можешь называть это суровой заботой. Война начинается. Не хочу такое пропустить. Благодарить она никогда не умела. Она мудак, это понятно. Баклажан хренов, блин. Вот этот гвоздь, он точно такой же в Лего Стар Варс, Война Клонов там летал. Я тебе говорю, вот там точно такой же. Поступает сообщение, все целые поля отключены гражданские. Выходят на улицу, сервер разбивает. Это ненадолго. А людям не хватит выручки, чтобы сражаться с солдатами Цербера, их уничтожат. Потерь среди гражданских, не сбежать. Говори, что хочешь, Ария, я не буду просто смотреть, как они гибнут. Сделай, что сможешь, чтобы их защитить. Конечно, капитан. Ория, говорит Брэй. Докладывай. Мой отряд осматривает служебные туннели. Мы столкнулись с солдатами Цербера, сопровождающим. О, у них много снаряжения. Думаю, закладывают взрывчатку центральных несущих колонн станции. Брэй, действуй, задержи. Насколько получится. Понял, так, выступаем. Если они взорвут главную колонну, то отрежут нас от загробной жизни. Наступление когтей будет сорвано. Значит, нам придется разделиться. Да, на Эрин ты возглавишь наступление. Мы с Шепардом разберемся с бомбами и будем ждать тебя на рынке. Конечно, если вас не убьют, цветы вам на могилы я носить не буду. Ладно. Люблю, когда ты сердишься. Стоп. Есть. Потерь сохранения есть. Отлично. Тогда на этом точно все. Сделал для описания, что любой интерфейс, клавиши, видео продвинулись, также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.